В Северском районе продолжается цикл мероприятий, посвященных столетию муниципалитета. Физкультурно-спортивный фестиваль «Единство спорта» провели на стадионе «Олимп» станицы Северской. Одним из самых ярких событий праздника стал парад спортивных делегаций района, в котором поучаствовали представители из каждого поселения. Северское сельское поселение возглавляет колонну глава поселения Олег Владимирович Ратников. В Северском районе развивают более 30 видов спорта. Наши спортсмены успешно выступают на краевых и всероссийских первенствах, чемпионатах и спартакиадах. Дорогие жители Северского района, приехавшие буквально с каждого поселения, с каждого уголка нашего замечательного района, от всей души я поздравляю вас всех со столетием района, с днем района. Желаю вам, конечно же, спортивных успехов и побед, ведь наш район славен, как уже было до этого сказано, не только достижениями в труде, но и достижениями в спорте. Благодарностями и почетными грамотами отметили достижения сотрудников спортивных школ района, тренеров-преподавателей. Здесь же подвели итоги муниципальной спартакиады. Во второй группе третье место заняло Смоленское поселение, второе – Новодмитриевское, а первое завоевала команда Азовского поселения. По первой группе бронзу получила команда Ильского, серебро – Афипского, а золото – Северского поселения. Яркое выступление гостям и участникам праздника подарили юные акробаты спортивной школы станицы Северской. Ну и какой же спортивный праздник без соревнований? Команды состязались в нескольких видах спорта, а также поучаствовали во всероссийской эстафете ГТО. По итогам каждого вида соревнований участники получили заслуженные награды.